В день памяти святителя Николая Чудотворца митрополит Омский Таврический Владимир совершил божественную литургию в Николо-Игнатьевской церкви Омска. Множество людей по всему миру могут засвидетельствовать, что святитель Николай – скорый помощник во всех нуждах. Присутствовали такие люди и в этом храме. Подробности в сюжете наших коллег. Николо-Игнатьевская церковь, построенная между 1915 и 1919 годом по проекту архитектора Александра фон Гогена, является памятником архитектуры регионального значения. И потому так основательно идет восстановление и сохранение главного ее предела – святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мирликийских. Празднование Дня святителя Николая связано с переносом его мощей из городка Миры в место под названием Барий. В России эту дату именуют Никола Вешний, связывая христианский праздник с весной и переменами в жизни по молитвам к святому, не напрасно именуемому Чудотворцем. Вот такая помощь молитвенная и помощь вот нужна каждой семье. Для нашей семьи, конечно, мы всегда обращаемся к святителю Николаю Чудотворцу, и всегда я молюсь о мужчинах, о помощи в семье, о работе. У нас был такой случай. Я вырастила троих детей, потеряла работу. И так получилось, что святитель Николай очень помог, и получили участок многодетный. И я сначала не поверила на 19 декабря, а потом, чтобы уже точно... Я была уверена, что это святитель Николай. Прямо вот на 22-е мне позвонили и сказали: приезжайте, забирайте документы на 22 мая. Святитель Николай помогает бедным и защищает угнетенных. Об этом и о других чудесах этого избранника Божия рассказал в своей проповеди митрополит Владимир. Этот святитель особенно известен в церкви и особенно известен в многих семьях, в многих селениях, в многих городах. Потому что он всегда, когда к нему обращались, всегда приходил на помощь и помогал людям. Поэтому давайте, братья и сестры, будем чаще обращаться к нему. Чтобы спросить святителя Отче Николая, помоги мне, чтобы я жил так, как ты знаешь, потому что ты лучше разбираешься, чем я. Помоги, чтобы я шел по тому пути, который ведет в Царство Небесное. Очень священно!